Новые подробности в деле Гарсонуйских горняков. Сегодня состоялось судебное заседание по самоотводу судей Тунгокончинского района в отношении директора Гарсонуйского ГОКа Игоря Павелко. Получается, как рабовладелец. Хочу дам денег, хочу нет. Получается, он наплевал на коллектив, должен 17 миллионов зарплаты. Он наплевал на решение Тунгокончинского суда, а также на Забайкальского края судей. Он наплевал на исполнительные возбужденные дела приставов Тунгокочинского района, на исполнительные возбужденные дела приставов по особо важным делам Забайкальского края. Также он наплевал на всю прокуратуру, что Тунгокочинского района, что Забайкальского края. Тунгокочинский районный суд уже выносил решение административного и уголовного характера в отношении Игоря Павелко. Напомним, руководитель ГОКа злостно уклонялся от постановлений суда. Уже осудив Павелко один раз, судьи района не могут сделать этого снова. Сейчас, обзаведясь адвокатом из Нижнего Новгорода, тунгокочинский феодал считает неподсудным свое разбирательство в Забайкалье. Вообще не подсудно никакому суду Забайкальского края, поскольку инкриминируемые деяния не совершались на территории Забайкальского края. В Забайкальском крае нет и не было кабинета генерального директора торгового дома Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат. Этот кабинет находится в Москве. То, что в Забайкальском крае подсудность, это однозначно, потому что по месту совершения преступления. Несмотря на то, что адвокат Григорьев говорит, что юридическое лицо зарегистрировано в Москве, существует такое понятие «обособленное подразделение», которое существовало в Верхусуглях, действовало трудовой договор, Павелко заключал именно там с работниками и с представителями, и офис у них там был, Кузнецова Елена Васильевна это подтвердит. И если, как настаивает ответчик, перенести заседание по подсудности в Москву, понятно, что ни один из потерпевших там не сможет принять участие. И то есть у суда уже не будет полной картины, и может это даже повлиять на решение, которое будет принимать суд. Ну а то, что касается того, что не было конторы, я могу подтвердить, что в Верхусуглях была контора у Гарсонуйского ГУКа. На сегодняшний день краевым судом утвержден самоотвод судей Тунгокочинского района. А вот где же все-таки будут судить Игоря Павелко, решит следующее заседание, которое состоится в ближайшие 5 рабочих дней. Следите за новостями ЗАБТВ. Предприятие, которое возглавляет Игорь Николаевич Павелко, называется торговый дом Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат. Вам ответили по другому какому-то предприятию? Нам ответили по торговому дому. Просто написали коротко ТГ. И не надо лукавить. Если вы с Нижнего Новгорода и думаете, что забайкальцы глупые люди, вы ошибаетесь. Вячеслав Бортницкий, Ирина Петрова, ЗАБТВ.